Всем доброе утро, 24 августа у нас начинается. Если вы сидите в ТикТоках, то, я думаю, знаете, что 24 августа должны были и в нас пулять, и в Украину пулять. Ну, короче, как-то так. Утро у нас начинается, сейчас мама выехала на работу, и она недалеко отъехала, я ей сразу звоню. Потому что я сижу вот здесь на кухне, происходит такой сильный, как удар какой-то, взрыв какой-то, вот. И запищали вот у нас тут все машины, которые вот стоят. Я звоню маме, она говорит, я не слышала. Ну вот, ну короче, она приехала к себе туда на работу, и ей сказали, что уже сбили. Представляете? Вот. Поэтому начинаем наш день. У нас сегодня, кстати, еще сильнейший ветер. Так, я вот прибираюсь, все стираются вот эти вот старые дели, давай, такие штуки. Вот он, кстати. Давай, давай. Мой кулебок, я уже, кстати, дома, и надо закрыть дверь. Я вам утром говорила, что был какой-то взрыв, и сбили, а это, кстати, не сбили, это разбомбили Ровеньки, там, короче, разбомбили эти, как их... автостанцию полностью, всю, это ужас там, просто, вот. Сейчас, короче, убираюсь, вот это сейчас должна убрать, это я так сплю, вот это сейчас должна немножко, ну, вот это все прибирать, то это вообще надо сложить, потому что вот я так сплю, понимаете, бывает, я съезжаю, то есть не хочу спать на подушке, я хочу, то есть ниже чуть-чуть спать, и у меня просто ноги вот прям сюда опираются, и это неудобно, и получается, я могу просто нечаянно как, ну, дернуть ногой и удариться об вот это вот, всякое. Вот, поэтому, да, я неправильно, короче, сделала, поэтому мы сейчас ее вот опять на вот это вот место приберем. Кстати, покажу сейчас свои новенькие вещи, так, покажу попозже. Пакет еще порвался у меня, пока ехала. Так, мы уже перенесли, получается, у нас раньше, кстати, стоял, когда всю мебель завезли, он тут у нас и стоял, но потом я его захотела вот сюда, и мы сюда. Ага, вот сейчас надо будет еще подставлять. Тут у меня теперь, посмотрите, какая пустота. Все, теперь пусто. Вот. Не знаю, почему. Мне теперь как-то не очень то, что тут пусто, что вот здесь мне теперь будет стоять. Так, теперь еще мусор этот весь надо поднять. Это надо сейчас подложить сюда. Вы представляете, раньше стояла, все время шаталась, мы все время подлаживали, а сейчас как-то, не знаю, что, как так, он вообще вот не шатается, он где прям ровно стоит. Так, сейчас я еще хочу переодеться вам быстренько показать мои новые вещи. Так, первая моя вещь, это вот такая штучка, ой, кепочка, она стоила 600 рублей, но это недорого. Где моя зарплата? Вот это вот самый минус, то что... Короче, или тут вот так вот тут будет, или там. Ну вот, все, я сейчас сделала так. Еще волосами так вот прикрываю. Ну, блин. Это самый большой минус, ну и больше на меня нет кепок. Или вот детские будут. Я не хочу детскую. О, господи, третий раз уже пытаюсь уронить. Вот такая моя кепочка. Вот. И сейчас покажу, что у меня... Ой, все упало? Нет, еще не упало. Так, у меня тут еще от компьютера... Ой, от телевизора. Проводочки все. Это такая фиолетовая водолазка, блин, тут. С замочком. Сейчас померяю, вам покажу. Она стоила 800 рублей такая. Я одела прямо на вот эту вот кофточку свою. Она очень приятная к телу, мягенькая такая вообще, как тоненькая. Это как в юбке стою. Вот, тут есть такой вот замочек. Можно его вот так вот застегнуть. То есть горло будет тут закрыто. Вот, фиолетенькая. Есть там еще черные, белые, какие угодно. Ну, я взяла такой, но вообще очень красивый цвет. Не знаю, как на мне, но мама сказала, что прекрасный. Вот так вот, вот. Тут еще такая полосочка, это все выровняется. Они совсем новенькие. Даже вот их только привезли, и мы пришли, их купили. Вот. И вторая, я сейчас покажу вторую.
она белая, вторая. Что выходить? Так, где тут? Вот. Вот такая кофточка. Беленькая, без замочков. Она тоже приятная. Вот такого качества, как и то. А, так, вперед. Но тут она без замочков. Ну, очень красиво смотрится. Я мерила это все. Мне очень понравилось. Только мне утром не понравилось то, что они были какие-то холодные. Не холодные, а как будто как мокрые. Но они были не мокрые. Так, сейчас. Вот. Как выглядит белое. Ну, вот еще. Сейчас она немного задрёпанная, я немного задрёпанная. Потом, когда я выхожу из школы, она будет прекрасна. Это я еще на вот эту вот кофту одеваю. Мне очень нравится. И это стоило 700. То есть с замочком, а тут без замочка. Вот. Сейчас все сразу повешу на тримпелёчки. Тут еще у меня подушка. Так как непривычно то, что здесь у меня теперь пусто. Вот, так тут нужно поднять. Порвали. Так, скидываю урну. Так. Посмотрите, как у меня еще здесь срач. Сначала я тут все вот это послажу, аккуратненько. Блин, что? Я сюда лазила. Сначала все послажу, потом подмету и буду мыть полы здесь. Мы вышли погулять. И довольно-таки далеко мы идем. Мы выкинули мусор и недалеко отошли, еще там что-то ищет. Мы уходим сейчас на поле, но сегодня мы не идем туда. Сейчас мы гуляем по парку и посмотрите, какой здесь срач. Вот. Вот. Это ужас. Но если даже это убирают, то я не знаю, как туда вот все лезть туда. В эти все заросли. И вот. Мы довольно-таки мало прошли, и, знаете, я не могу идти медленно. Вот, вот так вот я еле иду, мне как-то не по себе. Я вот так вот иду. Вот это я нормально иду. А он так вот медленно, я 100 раз могу остановиться, только вот себя поправить, чтобы я шла медленно, и со мной буду идти быстро. Вот. Гуляем с Яськой. Вот так вот. Здравствуйте еще раз, наверное, с 50-й. Я дома расскажу, что со мной вообще случилось. Честно скажу.